Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я бы хотела вам рассказать и показать новинки уходовой косметики от компании Organic Zone, так что кому интересно такое видео, продолжайте смотреть. Но прежде чем начать, я хочу сказать, что всю эту косметику можно приобрести на сайте Valberics. Также я вам оставлю ссылку на официальный сайт, ну и соответственно ссылочку на Valberics, где можно приобрести эту косметику. Это мой второй заказ, и предыдущий у меня тоже есть видео на канале. Я вам ссылку оставлю внизу в инфобоксе. Я скажу вам честно, что мне продукты очень нравятся. Я считаю, что они достойны, они не тестируются на животных. Не содержат силиконы, парабены, минеральные масла и так далее. И у них очень хороший состав и очень хорошее действие. Соотношение цена и качество просто на высоте. Это мой взгляд на данную косметику. Давайте начнем с лица. Первое, что я заказала, в предыдущем своем видео у меня была сыворотка для области вокруг глаз и сыворотка для лица. Сыворотка для лица, она у меня сейчас закончилась, гиалуроновой кислотой. И я могу сказать, что сыворотка для области вокруг глаз, она реально работает. Она работает на супер-мега увлажнение кожи. В этот раз я захотела попробовать что-нибудь новенькое. Вот такую вот сыворотку. Для лица с АХА-кислотами, для сухой и чувствительной кожи. Я наношу ее на очищенную кожу на ночь и не использую чаще, чем 2 раза в неделю, потому что тогда и начинается шелушение. То есть это сыворотка, это не совсем кислотный пилинг, да, это что-то полегче, но действие примерно такое же. Здесь он дольше остается на вашей коже и, конечно же, хорошо очень работает, обновляет кожу очень хорошо, придает ей отличный цвет лица. На мой взгляд, для ее цены это просто классный продукт. Действительно, очень хорошо работает. Я могу сказать, что я могу сравнить это и с профессиональной косметикой, потому что очень схожее, по крайней мере, действие. Единственное, что для моей сухой кожи все-таки чаще, чем 2 раза в неделю, слишком, то есть будет подсушиваться кожа за счет того, что здесь есть кислот. И, конечно же, на следующий день обязательно нужно защищать свою кожу SPF не ниже, чем 15. Всегда, если вы используете кислоты, обязательно защищайте кожу от солнышка. Вот. Но я сейчас, так как большую часть времени мы проводим дома, я сейчас с огромным удовольствием использую данную сыворотку, и мне она безумно-безумно нравится. Нравится ее эффект. Следующее средство, которое я хочу показать, это тоже для лица, и это будет вот такая масочка. Маска омолаживающая с лифтинг эффектом. У нее, конечно, цвет, я бы сказала, такой, ну, не очень. Мягко говоря, цвет не очень. Аромат у нее такой, знаете, мне напоминает вот какое-то есть эфирное масло. Примерно так же пахнет, но я не могу назвать какое, или какие-то цветы, или какая-то травка. Но вот почему-то мне кажется, что эфирное масло какое-то даже у меня было, которое пахнет подобно. Какой-то такой травянистый, что ли, такой аромат. На самом деле очень приятный, не яркий, не бьет в нос. Единственное, что, честно признаюсь, что от этой маски лифтинг эффекта я не заметила. Скорее, даже здесь больше такой питательный эффект, но очень хороший питательный эффект. Кожа мягкая, гладкая, напитанная. Ну, вот как-то лифтинг эффект, не знаю. Отличнейший просто состав, без парабенов и так далее. Она имеет вот такой же цвет на лице, как в баночке. Ходите, и она немножечко подсыхает на коже, но это не глиняная маска, она ее не высушивает, смываете, и, ну, по мне, так очень хороший эффект, но, к сожалению, не лифтинг, а именно такой мощный, питательный, хорошо ухаживает за кожей. Мне на самом деле понравилась эта маска, но я бы назвала ее питательной.
Следующее средство тоже для лица, но для меня это для лица и шеи, и области декольте, наверное. Я это средство обязательно оставлю на лето, потому что именно летом я очень люблю пользоваться подобными продуктами. Это натуральная цветочная вода розы. Имеет просто мельчайшее распыление. Видите, какое? Ну и, конечно же, аромат розы. Я обожаю розу, я обожаю цветок розы, я обожаю ароматы с розой. Единственное, что здесь она такая горьковатая роза немножко. Если вы не любите аромат розы, да, то это, наверное, не ваша история. Очень хорошо увлажняет, очень нравится. Вот просто спрей освежит в течение дня личико или даже перед косметикой нанести подобное средство. Супер, но я реально оставлю его на лето. Во-первых, я летом очень люблю аромат розы, именно летом, в туалетной воде, везде. И это средство тоже обязательно оставлю. Следующее средство — это несмывающий увлажняющий спрей для волос и тела. Я использовала его даже на лицо. Мне очень понравилось тоже. Здесь в составе вода розы и эфирное масло апельсина. Ну, конечно же, роза. Но оно больше так отдает уже апельсинчикам. Тоже очень мелкое распыление у него. Посмотрите, какое. То есть здесь 110 мл, но хватит надолго за счет того, что вот здесь распылитель. Вот этим средством я пользуюсь сейчас и буду продолжать пользоваться. Также в течение дня прямо на косметику могу нанести или перед нанесением косметики использую вот это средство. Кожа очень хорошо увлажняется. И действие на кожу мне тоже очень нравится. Очень хорошо увлажняет кожу, что для моей сухой, конечно же, очень-очень классно. Так что вот такие два средства тоже мне нравятся. Следующие два средства у меня будут для тела. Первое — это вот такой соляной скраб с гуавой. Скраб очень классный, он достаточно такой жесткий, я им уже вовсю пользуюсь, его тоже много не нужно, он очень-очень-очень густой. Если вы не любите жесткий скраб, то его можно растереть в руках и потом уже наносить на тело. Я наношу сразу на тело, я люблю жесткие скрабы для тела использовать. Единственное, что хочу предупредить сразу, что данный скраб не нужно наносить на область декольте, потому что будет прямо жечь и будет неприятно. А вот для борьбы с целлюлитом, хотя здесь это не заявлено, но мне кажется, что отлично будет просто. Действительно, он даже когда вы наносите, начинаете массировать кожу, он немножко такое ощущение, как будто бы даже подразогревает ее. Есть такой эффект. Кожа действительно очень гладкая, и после этого скраба даже не нужно наносить никакие другие масла, лосьоны и так далее, потому что здесь содержится морская соль, масло ши, какао. Кожа очень такая действительно гладкая, бархатистая становится. Мне очень понравился и имеет приятный аромат. Я уж, конечно, не знаю, как пахнет гуава, честно признаюсь, но аромат очень-очень-очень приятный, такой сладковато какой-то. Не знаю, очень приятный аромат, мне понравилось. Последнее средство, которое я вам хочу показать, это то средство, которое я хочу съесть. Реально, за его аромат. Это вот такой крем для тела. С дикой малиной и маслом ши. Оно пахнет, девочки, знаете, даже не вареньем, а малиновым джемом или чем-то таким. Настолько вкусный аромат. Он единственное, что, конечно, очень жалко, не держится сильно долго на коже, но аромат у него просто потрясающий. Пахнет не химической малиной, а именно вот настоящей малиной. Просто обалденный аромат. Единственное, что это
для меня лично это не крем, это лосьон, то есть он достаточно такой, видите, жидкий и хорошо впитывается быстро, его не нужно очень много наносить и неплохо увлажняет кожу. Конечно, в зимний период мне таких вещей маловато. Я обычно в зимний период использую какие-то такие прям баттеры очень серьезные для своей сухой кожи. А вот на такую погоду, как сейчас, когда уже более-менее становится тепло, уже ближется лето, для меня вот это отличный вариант. И летом в том числе, я думаю, он у меня еще к лету останется. Но аромат вот прям даже трогаешь, он просто потрясающий. Но распределяется очень хорошо, не скатывается. И если вы, допустим, с утра идете принимать душ, то он не смывается пленкой. То есть очень хорошо впитывается, на мой взгляд, достойный продукт. Вот такие вот у меня были новиночки. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!